Прежде я хотел бы тоже объявление одно сказать. Да, когда приходите в мечеть, уже везде было сказано маски, перчатки и намазлок. Потому что я вижу, многие приходят без коврика, без намазлок. Многие приходят без перчаток. Надо приходить, значит, в перчатках, в масках и с ковриками, с намазлок. Пока правило не поменялось. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Я понимаю, что кто-то говорит, вот это бессмысленно, там, туда-сюда, зачем это надо. Это вы не мне объясняйте, пожалуйста. Если вы такие грамотные, такие знающие, я дам вам адрес Роспотребнадзора, да, я вам дам адрес кабинета министров, как говорится, да, сходите, им скажите, то все объясняйте. Пожалуйста, мозги здесь не выносите. Если, грубо говоря, да, простым языком, просто когда будут штрафовать, то есть в любом случае надо будет этот штраф потом оплачивать. Там будете говорить, я смысла не вижу, судья скажет да-да-да, да-да-да, и шелтер, да, там, да-да-да, там, да, я все понимаю, и шелтер. Да, поэтому все понимают, поэтому, но соблюдать надо, дорогие друзья. Все понимают.